Приемная комиссия нашего университета уже больше 2 недель принимает заявления от абитуриентов. Цель набора на учебный 2017-2018 год – 10 тысяч человек. Ровно наполовину задача уже достигнута. 5-тысячным абитуриентом ЮРГУ стал Антон Караваев. Он выбрал направление машиностроение. У нас 5-тысячный абитуриент – это половина. Давай. Я проректор по учебной работе университета. Поздравляю тебя, что у нас сегодня дошло до 5 тысяч. В этом году самыми популярными направлениями стали экономика, юриспруденция, строительство, специальности, связанные с компьютерной техникой и с информационными технологиями. О том, почему именно их выбирают чаще всего, рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ЮРГУ Александр Губарев. Это требования 21 века. Да, это касается компьютерных технологий. Тут другого мнения, наверное, быть не может. Да? Юридические и экономические направления, они всегда традиционно популярны, но мест там не очень много, поэтому конкурсы высокие. Ну а строительство, достаточно на улицу выйти, посмотреть, подъемные краны посчитать. В новом 2017-2018 учебном году произошло повышение стоимости обучения. В связи с этим Александр Губарев отмечает, что трудно ожидать повышения количества абитуриентов. И чтобы скомпенсировать такой скачок в росте стоимости обучения, университет ввел систему лояльных платежей для поступающих. ВУЗ перешел... дал ребятам возможность очной формы обучения оплачивать помесячно. То есть для вуза это определенные организационные трудности, мы их не боимся, преодолеем. Да? Для, скорее, родителей наших будущих студентов это возможность более спокойно, расставаться с частью семейного бюджета, которая пойдет на образование детей. Приемная кампания продлится до 26 июля. Напомним, что для поступления в Южноуральский государственный университет необходимы паспорт и аттестат.